С Днем Ангела, дорогие именинники! Страдания святого, о котором сегодня мы расскажем, легли в основу многих картин в западной религиозной живописи. Вы, наверное, видели в репродукциях или, может быть, в музеях изображение юноши, который привязан к дереву и тело которого многократно пронзено стрелами с подписью «Страдания мученика Севастьяна» или «Себастьяна», так произносит это имя на Западе. Вот сегодня церковь празднует память святого мученика Севастьяна, в Риме пострадавшего и всех пострадавших вместе с ним. Это имя очень распространено в западной христианской жизни. Ну, к примеру, как второе оно было в имени известного композитора Баха. Его звали Иоганн Себастьян, если вы помните. Святой мученик Севастьян был начальником императорской стражи при императоре Диоклетиане. Святой Севастьян был мужествен, правдив, отличался многими добрыми качествами, за чего его любили и уважали все окружающие. Он был тайный христианин. Его вера проявилась тогда, когда на допрос были где-то двое родных братьев, христиан Марк и Маркион. Те испугались предстоящих мучений, потому что сердца их были расслаблены уговорами отца и матери, а также жены детей. Узнав о том, что двое христиан желают отречься от Спасителя по уговорам родных, Севастьян пошел к ним и произнес вдохновенную проповедь, после которой оба брата сказали, что они готовы хоть сейчас перетерпеть любые мучения, но не будут более колебаться сердцем и отрекаться от Спасителя. Проповедь слышали многие, и эта вдохновенная речь Севастьяна склонила сердца многих людей ко Христу. Севастьян постарался сделать так, чтобы все услышавшие его слово крестились, и тогда один знакомый его священник совершил крещение над 64 новообращенными христианами. Эта проповедь Севастьяна возмутила и возбудила ненависть со стороны язычников, и его ждало мучение, а также тех, кто уверовал во Христа по его слову. Первой пострадала некая христианка по имени Зоя. Ее мучители замучили первой, затем братьев, как раз тех, которые отказались отрекаться, страшно это, в общем-то, даже и выговаривать, прибили гвоздями их ноги к пню. Они простояли всю ночь, пригвожденные к древу, а утром их пронзили копьями. Много других христиан пострадали смертью в эти дни. Севастьяна же, как мы уже говорили выше, привязали к дереву и многократно изранили, пуская в него стрелы. Он был весь утыкан стрелами, как будто был просто мишенью для тренировки. И думали, что он, конечно же, умер и истек кровью. Его отвязали и бросили на съедение птицам и зверям, однако Севастьян по отчаянию выжил. Его одна благочестивая женщина укрыла у себя дома, и он в скорости излечился от ран. Христиане хотели, чтобы он ушел из Рима, потому что его ждала неизбежная казнь. Однако Севастьян остался в Риме и продолжил проповедь, поскольку, очевидно, хотел за Христа пострадать. В конце концов, этого доблестного человека, мужественного проповедника, таки казнили, и он отошел от этого мира на мир лучший, от видимого к невидимому. Рим вообще в первые столетия христианской эры прославился и просиял подвигами и терпением тысяч и тысяч христиан. Те места, где римляне собирались повеселиться и посмотреть на бои гладиаторов, пропитались кровью христианских мучеников, и Колизей стал одной из таких арен, где действительно слава святых просияла дивным светом. И вообще Рим лишь на поверхности. Это пробитый туристический маршрут и просто один из городов Евросоюза, столица, скажем, государства Италии. На самом деле это христианская святыня. Это город, полный памятниками христианской древности, город, возбуждающий в сердцах верующих паломников как раз те святые чувства той юности христианского мира. В частности, об этом писал наш соотечественник Николай Васильевич Гоголь. Мы сегодня поздравляем всех тех, кто носит, возможно, имя Севастьян. Вместе с ним поздравляем всех тех, кто носит такие имена, как Марк, Клавдий, Виктор, Фадей, Зоя, Илья, Михаил. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь! Имена ваши написаны на небесах.